Всем привет! Сегодня с вами Валерия. Карина покажет свое путешествие в следующем выпуске. А мы с подругами едем в Вентспилс. На майские выходные, в канун моего дня рождения, стало традицией сбегать на любимую виллу. Сделаю небольшую экскурсию по вилле, пока мы не занесли все вещи. Это наш третий мини-отпуск неизменным составом. Оказавшись тут практически случайно, мы влюбились в этот светлый, теплый дом, в котором все продумано для максимального комфорта гостей. Постельное белье и белоснежные полотенца, все кухонные принадлежности, кофе, чай, приправы, даже лекарства. В саду гриль и место для обедов, баня. Ну, в общем, вы все увидите сами. В этот раз мы договорились, никаких спортивных костюмов, только платье. Я ему рассказывала, что собирают то ли на растущую, то ли на убывающую луну, этот виноград. Честно признаюсь, выпуск снимать не собиралась, но планирую много готовить, поэтому это видео по большей части посвящено рецептам, на которые так давно не было времени, так что приготовьтесь записывать. А еще, кроме платьев, мы привезли из Риги много чего для атмосферы. Посуду для сервировки блюд, воздушный зефир и ароматные фрукты. Оксана, расскажи, что это за тарелочка? Это тарелка для здорового питания. Для тех, кто любит сам себя обмануть и пофантазировать, что у меня достаточно фруктов. Тарелочку складываешь, и понятно, чего достаточно, а чего нет. Классная идея. Ну, ты собралась все дни с нее есть? Я буду очень стараться, но понимаешь, что это нереально. Но пару приемов пищи я обязательно сделаю. А вот еще посмотрите. Такого для настоящего латвийского антуража мы взяли с собой латвийские вина. И вот это самое наше оказалось любимое. Рабарбер и лаванда. Безалкогольное. Первый обед с дороги мы готовим заранее. Все обычно голодные, разбираются с комнатами, с вещами, поэтому быстро запекаю филе дорады с овощами, которые нам подготавливают в рыбном магазине по дороге. Ну и, конечно, после обеда девичья фотосессия. Что да. Это? Змеиный фрукт, как-то так называется. Ну, пробуем разрезать. Девочки, разрежете, я хочу посмотреть. Специально из Риги привезли на пробу экзотических фруктов. У нас в Латвии есть компания, которая доставляет свежие и спелые фрукты на самолете. У них несравнимо другой вкус, чем в магазинах. Плюс, когда такое блюдо с фруктами стоит на столе, вся комната наполняется тропическими ароматами. Еще мы взяли авокадо к завтраку на пробу. Сравним. Очень интересно. Утро на вилле начинается с фотосессии, а у меня рецепт фантастической ватрушки без муки. Если вы живете в Латвии, обратите внимание на творог Латгалас. Он реально особенный. Для рецепта нужно 800 грамм. 3 яйца я разделяю на белки и желтки. Желтки к творогу. Добавляем еще 2 столовые ложки сиропа агавы и забиваю блендером. Белки миксером до мягких пиков.
аккуратно, если есть, силиконовой лопаткой вмешиваем белки к творожной массе. Вот я как могу это делаю ложечкой, у меня не было ничего похожего на силиконовую лопатку. Это все, когда аккуратно перемешаем, выкладываем в форму. И следующий этап, нужно сбить еще два белка, к нему добавить столовую ложку, ну или две чайные ложки лимонного сока и столовую ложку сиропа. Взбить до мягких пиков и распределить поверх творожной массы уже в форме. Мы готовы к выпеканию. Моим подругам так понравилась эта ватрушка, что я на бис повторила еще раз, но в этот раз я украсила клубникой. Чтобы она не пригорала, я 20 минут держу на 170 градусов. Когда я вижу, что верх ватрушечки начинает уже подпекаться, румяниться, я убираю температуру до 140 и еще держу 5 минут. Вы только посмотрите, ну какая красота! Я мыла сосёк. Саш, подай рыбку, пожалуйста. Да, сейчас. Она уже там на рыбалку домой все пошла. Девочки, завтрак на великолепный вообще. Мальчика, пожалуйста. Выполняйте все мои желания. Я чуть-чуть повыполняю. Хорошо. Покажи кто-нибудь, да, ты проси. Готово очень скоро. Будет еще вот прям тело. Делала свой коронный холодный суп. Никто не знает этих секретных ингредиентов. Готовила полдня, потому что пересолила, пришлось докупать кефир. Но теперь он съедабельный. Или съедобельный. А у меня будет жареная редиска с чесноком. Очень необычное блюдо. И с пуповиной. Обязательно. Самое главное. Как я уже говорила, я буду запекать редиску. Это очень интересный такой гарнир овощной. Все просто. С солью. Добавляем перчика, немножко чесночка, масло и запекаем 25 минут в духовке. Мы готовимся к обеду на террасе. Девочки обжаривают цыплят на гриле. А я готовлю теплый салат. Для этого первым слоем идет листья салата, далее нут, я его покупаю готовый, отваренный, и еще раз жарю до хрустика такого, далее слой авокадо, потом обжаренная кукуруза и обжаренный сыр халуми. Заправка классика, лимонный сок, мед, горчица, масло, соль, перец, все это взбиваю и поливаю салат. Бумеранка я в нас выпалила. У нас будут коллагеновые листы. Это невероятно эффективные средства, омолаживающие. Ой. И процедура для тела, да? Да, и в подарок каждой девочке у нас будет бальзам для губ, восстанавливающий. Уже какой жар! Ритуалы для тела в сауне мы оставим без эфира. А вот процедуру для лица покажу. Нам повезло, Дана косметолог, поэтому она всегда балует нас профессиональными процедурами от Бруно Вассари. Первый этап, как всегда, очищение, потом серум, а дальше самое интересное. Дана наклеивает коллагеновые листы, точно вырезает кусочки под индивидуальные особенности лица каждой девочки и пропитывает таким активатором.
Ты снимай. Твое время пришло. Подожди, не спеши. Просто по кусочке кожи. Ой. Сильный крем нежной текстуры, движение, красивое личико. А главное, что косметолог свободен. А знаешь, ты смотришь на меня просто. Шок. Просто взял руку, там просто меня по какому-то знаку. По роялу. Таня, какой наряд. Ты прям сама клубничка, ватрушка с клубничкой. Да. Сережки. Что у тебя за маки? Покажи. Маки? Это ручная работа. Девочка делает. Ух ты, какие сережки. Это Грузия, кстати. А что у тебя во второй? Две сережки. Второй две. Там еще третья должна поместиться была. Не знаю, еще дырочка пропала или нет. Не носила долго. Угу. Начинаю готовить последний заключительный обед. У нас будет соус из грибов. Это шиитаки, они были заморожены. Я их размочила за ночь. Сейчас просушиваю. Это наши латвийские. И это белые грибы, они были заморожены. Я их размораживаю и тоже просушиваю. Но, конечно, если у вас свежие есть, используйте свежие, это намного вкуснее будет. Я запекла картофель в кожуре, добавила одно яйцо, соль, луковый порошок, размяла в такое вот сухое пюре. Формирую панкейки, немножко их обваляю в муке и на раскаленной сковороде с двух сторон обжариваю до румяной корочки. Готовим праздничный, очень красивый салат. Для этого я выложила рукколу, поливая ее заправкой, лимон, оливковое масло, горчица, соль, перец. Далее я нарезаю два вида томатов, крупные слайсами, маленькие томаты шерри. И далее нам подойдут какие-то фрукты, все, что у вас есть, и ягоды. Я хотела достать инжир, но в этот раз не было инжира на рынке, поэтому
это абрикосы или у вас, возможно, есть персики. Добавила сыр моцарелла, порвала его такими кусочками пальцами. Добавляю еще ягоды, орешки. Все это поливаю заправкой. Получается, ну, невероятная красота. Иди на стол, Боже, поставь, я тоже. Это что за мадемуазель? Это я пока закрыла, чтобы они не стыли. Ничего не получилось, честно скажу. Сковорода здесь не для них. Да ты что? Развалился умной рукой. Дана, ну что, последний день. Что скажешь? У меня самые невероятные впечатления. Не хочу домой. А ты, девочка, домой понравился с нами первый раз? Очень понравилось. Ты какой шикарный стол. Все очень шикарно. Спасибо, девочки, огромное за прекрасную компанию. Полина. Ах, я уже как опытный венспилописец. Могу сказать, что это третий раз, и это только начало. Кайф. Я рада, что мы собираемся. Таня. Ну, я вообще как человек искусства. Я вообще в восторге. Как тебе пила на фоне постоянно? Пила? Я, если честно, даже не замечаю. Так вкусно, и так все красиво, и в такой гармоничной обстановке, что я не замечаю. У нас вместо музыки трели-дрели. Трели-дрели. Конечно, наша поездка прошла, как всегда, эйфористически. Эфуистически. Ой, нашли уже эксперт, уже полно, уже все знают, как прошло. Эфуистически. Иными словами говоря, утонченно, изысканно, ароматно. Совсем как ты. Oui, oui. Своими газонокосилками, чтобы ты ни о чем не догадалась, что это вертолетом доставили эту картину. Позже к вечеру будет обратный рейс, чтобы ее транспортировать в твою резиденцию. Али. Короче, это прекрасное завершение выпуска на YouTube.